Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про первые результаты тестирования колесных танков. Целый один колесный танк добавили в рандом, раздали его 1600 человек примерно. После того, как они неделю на нем покатали, его у всех забрали, и люди, которые катались на нем, проходили опрос. Они отвечали на тест, на всякие такие интересные вопросы. Результаты этого теста мы и посмотрим. Разберемся, что это за танк. Я говорил, что колесные танки будут куском какашки, так оно и вышло. Все оценили этот танк, что он убогий и плохой. Но давайте разбираться поподробнее. Впечатления от машины. Большинство ответили неплохой, нехороший, ну и немного еще ответили, что танк хороший. В целом средний танк получается. Дальше. На танке легко доминировать, почти все ответили нет, способен внести решающий вклад. Мнения разделились. Превосходит по ТТХ другие ЛТ 8 уровня? Нет. Легко противостоять технике более высокого уровня? Нет. Очень уязвим? Да. Требователен к умениям игрока? Да. Опасный противник? В основном ответили, что нет, но в принципе мнения разделились. Не похож на другие машины? Да, тут прям уверенное да. Хотят ли игроки, которые попробовали, увидеть эту технику в игре? Да, но с доработками почти все ответили. И что мы делаем, какой вывод из этого всего? Что танк вышел слабый и требовательный к рукам. Также на нем еще очень сложно выживать, потому что он уязвимый. Ну и что хочется сказать. Разработчики вообще чхали. Хотим мы это видеть в игре, не хотим мы это видеть в игре. У них есть свой план, они его придерживаются и все. Что мы там хотим, не хотим, у них план уже там на несколько лет, наверное, вперед. И то, что там в плане есть, то мы и увидим. Даже если нам что-то не нравится, они найдут какую-то отговорку, подковырку, придумали вот этот тест для того, чтобы задобрить, там чуть-чуть смягчить мнение, и все равно всунут эту колесную технику в игру. Да, это прикольно, это будет разнообразие, но нужно ли оно еще больше, это разнообразие? У нас уже есть разнообразные японские тяжи, которые в силуэт по 600 урона наносят. Именно по 600, я сегодня отстримил на японском тяже 4 часа, у меня на нем было 87% побед, 4300 среднего урона, и я знаю, что я говорю. Японские тяжи, именно имба, Type 5 Heavy, тупо имба, имбище. Более жуткого танка по проценту побед у меня на 10 уровне нет, я играл соло, сам. Танк тупо карает все. Он ИСУ 7 черкачом по гусле наносит 500 плюс урона. Это нормально? Бывает такое, что ты разбираешь танк, а он даже тебя не может выехать стрельнуть, потому что он стоит там на гусле своей. У нас еще есть разнообразный геймплей шведские ПТ, которые стоят где-то там в кусте, на краю карты и умеют только в один геймплей, дефиться и быть незамеченными. Тебя просто что-то разбирают с пробитием на 8 уровне 288, и ты ничего не видишь вообще. Вот разнообразие-то какое. Также есть у нас еще в разнообразие в том, чтобы заряжать фул голду, имея очень много серебра, потому что акций очень много. Также еще можно накупить кучу резервов и бустеров. Также добавилось разнообразие растягиванием легких танков с 8 по 10 уровень. И теперь алкаши под бояркой могут сливаться буквально на первой минуте, разбившись или въехав просто на первой минуте врагам на лицо. Давайте еще добавим разнообразную колесную технику, которая будет на респе переворачиваться и разбиваться об один малюсенький камень, который будет заскакивать на какие-то сумасшедшие горы и будут в основном выполнять какую роль? Роль езды, потому что больше они ничего не могут. Обзора у них нет, пушки у них не опускаются, не поднимаются, спидометр на полэкрана, который не нужен. Также за счет того, что они очень большого размера, выживать на них крайне тяжело. Если бы эти танки были размером с ELC Event 90, они бы могли выполнять ту роль, которую разработчики для них придумали с самого начала, а это активный свет. Но с тем большим размером, который у них есть на этом тесте, я полностью уверен, что эти танки апнут, потому что было ясно сразу, что они на основные серваки не введут никогда в жизни имбу. Они заранее ввели более убогие танки, потому что потом их они апнут. И таким образом они вообще смягчили отношение игроков к этим танкам. Все думали, что это будет имба, выпустили куски какашек. Но в целом, что им могут апнуть? Обзор.
размер меньше им не сделают, потому что у них же там историчность, у них же там Муразор с линейкой бегал вокруг французского куска помойки и мерял все это. Не смогут они выполнять свою роль активного светляка. Они из них сделают более быстрые ЛТшки, но это будут все те же ЛТшки. Да, у них, конечно, есть какие-то интересные там фишки, типа разгон с места, переключение режима. Есть еще автоприцел, который не всрался вообще. Честно говоря, лучше бы они вместо автоприцела с этим крестиком на полэкрана сделали бы рентген на 50 метров, чтобы было видно за препятствиями контур врага. Для того, чтобы когда ты летишь на этом танке с большой скоростью, не нужно было отдалять куда-то там камеру и смотреть, куда смотрит враг, а сразу по контуру определить, куда он смотрит, и ехать в ту сторону, куда тебе надо. А так, когда ты летишь, и у тебя руки это клешни, отдаляешь камеру, чтобы посмотреть, куда там смотрит враг, но ты криворукий, у тебя ничего не получилось, да даже если пряморукий, на таких танках играть в принципе тяжело. Ездят они не совсем как-то адекватно, поворачивают тоже странно, да и в целом играть на них тяжело. Их, конечно, скорее всего апнут, и они будут чуть-чуть интересней, но зачем они нужны? Для того, чтобы слабые игроки на них упарывались и умирали на первой минуте? Или чтобы статисты на них потели и с трудом что-то могли на них показать? У меня, конечно, двоякое ощущение. С одной стороны, это что-то новенькое и необычное, а большинство любят что-то новое и необычное. С другой стороны, мне кажется, что оно нафиг не нужное. Имбовых танков из них не получится, хотя разработчики в любой момент могут им циферки так крутануть, что получится даже из этих танков имба. Ну и карты у нас такие корявые и маленькие, что на таких быстрых танках особо-то куда ехать-то? Что я могу сказать по итогу? Механики у этих танков странные, не все из них нужны, некоторые, конечно, интересные, но в целом самая большая проблема этого танка в том, что он сильно большой. Пишите свое мнение в комментариях, как вам колесные танки, нужны, не нужны, как вы на это все смотрите. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.